Девчонки, всем привет! Это такой будет влог нерадивой хозяйки. Представляете, сколько мы всего засобирали за один день? Обалдеть можно! Так, а у меня сегодня по плану. Сейчас я буду готовить вот эту вот колбасу Марису. И, ну и сама съем, конечно. Вот у меня соус стоит. Нужно сегодня соус по банкам разлить, поставить в духовку, стерилизовать. Спорядковать мою сушилку. И, короче, ну, как всегда, вы знаете, у женщины, да, делов-то. У нас-то делов-то всегда куча. Поэтому вот такие дела, девочки мои хорошие. Все, я пошла заниматься. Сейчас буду делать овсяное молоко, буду снимать, буду завтракать. Маску сейчас энзимную смою. Налажу другую масочку, похожу, сделаю вам видео. Ну, короче, как всегда, ни одной минуты покоя. Ни минуты покоя. Что же это такое? Это жизнь моя, это жизнь моя. Вот что это такое. Девчонки, всем привет. Это такой будет влог нерадивой хозяйки. Посмотрите, у меня тут помидорами все завешено. Я вот начала обрезать листья у кабачков. Посмотрите, какие тут кони у нас находятся. Уже два я кабачка огромных оттащила курочкам. Ну, потому что я сюда не ходила. Тут, наверное, сейчас я штук 10 таких найду кабанов. Хочу убрать эти старые листья. Может быть, еще до заморозков немножко нарастет это молодых кабачков. Ой, ужас, конечно. Нет, девочка, но в этом году я вообще очень плохо к огороду отнеслась. Я и выращивать ничего сильно не хотела, и не выращивала, и собирала мало. Все только раздавала, раздавала, раздавала. Короче, не знаю, не хочу больше этого огорода, ну его. Но раз он уж есть, придется все равно что-то работать. Это уже вторая тележка со старыми переросшими кабачками. И круглыми, и длинными, разных сортов. И вот я удалила, я вырвала два кабачка полностью. Один, может быть, и зря, потому что он пустил длинную плеть, но я его перепутала с другой ногой. И вот осталось, смотрите, вот так вот новая поросль только. И, возможно, еще тут она мне нарастет. Смотрите, вон, видите, молодые кабачочки. Надо не прозевать. Вот там у меня два кабачка. Ну, там мои тыковки. Тоже полно тыков. Скоро будем собирать, послушайте. Ну, дождей еще нет, поэтому пускай зреют на этом, на корню. Урожай такие красивые, везят помидоры. Марис там собирает помидоров. Тоже уже два ведра насобирал. Вот, девчонки, смотрите, у меня здесь физалис. Послушайте. Такой маленький физалис. Не знаю, в каком его состоянии собирать надо. Много высохло. Ну, такой ничего. Ароматный такой, пахнет таким. Такой вкус у него странный немножко. А он у меня вот какого сорта. Крукета де Перу. Ну, в принципе, если бы я его не пропустила, насобирала бы, я бы его где-то ела. Так что, девчонки, курочка нашим точно что есть полакомиться. А вон тоже, посмотрите, я насобирала кабачков еще под эту марку. Вон есть и молоденькие. Вот эти вот круглые, вот он все равно, вот хоть и маленький, но он уже такой деревянненький. Посмотрю, даже вот этот вот помоложе будет, хотя размером больше. Но эти еще куда ни шло, это уже для нас считаются большие вот эти. Вон Марис потащил телегу, представляете? И курям там, слушайте, курям там... Но, он говорит, это поездка экспрессионная, специальная. Но я сейчас тоже буду собирать помидоры. Короче, вот такой наш огород. Страшный, а баклажаны надо добавить. Послушайте, насобирала ведро баклажанов. Тут у меня еще, конечно, полно всяких... Ой, тень падает. Всяких яхек. Но что пришла? Смотрите, они сейчас вот все на цвету. Смотрите. И они все... Вот они еще успеют даже дать и плоды, и вызреть до декабря месяца. Поэтому, конечно же, в этом году я пожадничала, взяла много баклажанов. И не нужно столько. Здесь, смотрите, видите, еще кабачки вон еще будут цвести. Теперь нужно только следить за ними.
Сейчас соберу перчики. Короче, девочки, я не знаю, что делать-то с этим всем. Катастрофа, катастрофа. А зеленых сколько еще помидоров, посмотрите. Мама дорогая. Монтра, рожи, монтра. Смотрите, рожи, какие собирал томаты. Красивые, боже мой. Тхебеля, кердебеф. Вот это он сам семена сеял и сам вырастил. Браво, браво, рожи. Сон тхебуты томаты. Тхебеля, беля. Я пока занималась кабачками, смотрите, у нас сколько. Тебе пай на куржета? Пранюне. Уду, кем тебе. Смотрите, вон томаты, я говорю своему, хочешь кабачок, бери. Валя, сасали жены, пранля, пранля. Миги, но! Я говорю, бери кабачок. Вот эта девочка, это розовое бычье сердце. Вот смотрите, вот это вот красное, а это розовое, они разные по оттенкам. Тоже очень вкусно, это я привожу с России, с Белоруссии. Послушайте, томаты, конечно. Знаете, что буду я давить сок? Сейчас вон себе нарежу на засушку на вяленье. Тоже там полно. Гляньте. Тоже что делается? Два куста в этом году от жадности купила. Посмотрите, сколько их. Но они тут такие еще могут потерпеть. Я их могу снять на следующей неделе. Завтра суббота. В воскресенье мы приглашены в гости. А в понедельник вот я их могу нарезать. Они сейчас тут дозреют и насушить. А вон там он, Марис, пропустил желтые томаты. Я сейчас пойду срывать. Ну, короче. Ну вот, девчонки, мы сейчас вернулись с огорода. Сейчас вон, посмотрите. Позищерь! Смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. Там мой добытчик идет. Вау! Кискусис? А там через вчера падали кадры. А там бужипа. Девочки, представляете, сколько мы всего собирали за один день? Обалдеть можно. Он говорит, вот что мы выращиваем в Провансе. Смотрите, томаты в два ящика вот такие. Красавцы, красавцы. Ведро баклажанов. Здесь у меня смесь перцев, маленьких томатиков, желтых томатов. И там вот внизу тоже. Вон тыква одна оторвалась. Ну, короче, послушайте, полный комплект. Только осталось это все приготовить. Что-то с ними сделать. Вы представляете, какое это урожайще. Вот смотрите, баклажаны, кабачки, вон целый ящик, представляете? Вот это я понимаю. Рэгби. Он говорит, в регби будем играть. Друзья мои, я вас приветствую на канале Провансалочки. И сегодня я варю, как я его называю, заварной томатный сок. Ничего нет вкуснее для борщей, для супов, для щей. И просто можно вообще с ним потом можно будет готовить все-все на свете. У меня вот такая огромная кастрюля, 10-литровая. Конечно же, у меня будет только половина. Насколько я понимаю, я только что делала прямой эфир и в нем показывала, как это я делаю. Ну, а сейчас маленькие подробности в этом видео. Итак, нам, чтобы сделать заварной томатный сок кусочками, чтобы помидор хорошо потом чувствовался, нам нужно их почистить, томаты. То есть у меня томаты достаточно зрелые, поэтому я просто их разрезаю на 4 части и вот таким вот образом снимаю шкурку. Если на ваших томатах не снимается шкурка сама по себе, кожица, то значит вам нужно их обдать кипятком. Надрезать вот так, смотрите. То есть вы надрезаете таким вот образом, бросаете в кипящую воду. И оно там за полосы, за несколько секунд кожица начнет подниматься. И потом очень легко вы быстренько эти томаты сбрасываете в холодную воду на дуршлаг. И все, и снимаете вот таким вот образом очень легко корочку. Мне этого не нужно, потому что у нас в Провансе томаты вызревают настолько хорошо, что кожица просто сама с них снимается очень даже запросто. Вот, поэтому мы очищаем томаты. И потом, что я буду делать дальше, вы увидите. Вот, друзья мои, короче, а сейчас мне нужно делать, сейчас я буду делать, я вам покажу, я буду сейчас вот для этой сушилки заготавливать томаты, мне будет помогать муж, вот я тут все приготовила на два фронта, то есть смотрите,
томат. Я разрезаю пополам. Так, отрезаем пупки. Это нам не надо, хотя, в принципе, можно было и не обрезать. И вот таким вот образом, смотри, Миги! Собака гавкает, извините. У нас начался сезон охоты здесь. Ну, вы же находитесь на природе, понимаете, поэтому у нас вот то цикады, то собаки. Смотрите, вырезаем. Это пойдет на сок, на соус. И вот это только вот стеночки камеры. Вот мы выкладываем в нашу сушилочку. И вот таким вот образом продолжаем все. Сейчас я мужу тоже объясню. Смотрите, раз, вырезаем. И убираем. А там через живет, ну, я выключу то, а там. И Марица, муж мой, помог вычистить томаты для последующего вяления. Поэтому, смотрите, я их сейчас все присахарю. Обязательно сахар, обязательно. Соль и сахар обязательно. Так. Потом мы их посолим. Потом мы их поперчим, почесночим и посыпем прованскими травами. И поставим часов на 7 минимум. Короче, я... Так, посыпем чесночком, травами прованса и всю их сушилочку. И все. Смотрите, раз, два, и три. Все. Закрываем сверху. Такая красота, правда же? Что там видно, что там не видно. Вот отлично. И вот я поставлю, смотрите, на троечке она у меня стоит. И на самую большую, на 7 часов я делаю. Так. Варится, варится, и у меня вот еще, смотрите, целое вот такое ведерочко, это уже второе ведерко. Это мы, я делала томаты для вяления, я удаляла сердцевинки, так что я их добавляю сюда. У меня там уже есть соус, букет гарни, то есть там, смотрите, видите, мне муж там сделал много базилика, лаврушка, чебрец, розмарин, такой этот прованский букет гарни. Вот я сейчас добавлю сахар, соль, поварю еще где-то часик и все и выключу, потому что я завтра еще и все это буду доделывать. На сегодня будет хватить. Вот смотрите, я таких две большие горсти сахара добавляю и соль я буду добавлять крупную морскую соль. Видите тоже. Вот солью осторожно. Нужно будет попробовать, и если надо будет, тогда мы добавим еще. Вот, поэтому пускай наш соус варится. Завтра я его доделаю, закатаю в баночки. И если банки, много получится банок, тогда я еще в мешочки вылью, заморожу порционный мешочек. Вот, все, оставляем его вариться. Одновременно я закрываю вот таким вот ситом, такой крышкой, чтобы выпаривалась лишняя жидкость. Чтобы он не был таким жидким. Ну вот, девчонки, я разлила уже готовый соус по банкам. И сейчас в духовке я его стерилизую на 110 градусов, часика 2-2,5. Потом простерилизую обычным образом крышечкой, закрою, переверну на ночь и завтра поставлю это все в холодильник. Ну вот таким образом. Девчонки, ну вот столько у меня, 10 баночек у меня получилось этого сока. Сок, соус, это такие томаты в собственном соку, если вы хотите. По 400 грамм в эти баночки. Я очень довольна, все, сейчас я их накрою, ночку постоят, и потом я их буду хранить в холодильнике. Посмотрите, мои друзья, здесь я вчера вялила томаты в духовке. Это они не совсем такие, чтобы вяленые-вяленые, такие подвяленые, скажем так. Чтобы их хорошо провялить, нужно было еще часика 2, а то и 3. И вот я сейчас их перекладываю на чистую пергаментную бумагу. С какой целью? Я их точно так же сейчас заморожу.
Это вообще мое за последние несколько лет, это мое любимое ноу-хау, скажем так. Вот, и потом, когда они вот так по одному заморозятся, я их просто сыплю либо в какую-то в баночку, которая идет на заморозку, либо в мешочки, которые герметически закрываются. И потом зимой, что бы я ни делала, какое бы блюдо, что бы я ни украшала, какой-то тарт и так далее, я достаю эти помидорки, они никогда уже не будут склеенными, они прекрасно будут. Я их возьму, сколько я захочу, две красненьких, две желтеньких, или там и так и далее, и так далее. Вот. Но их нужно обязательно заморозить таким образом, чтобы они не прикасались. Если бы я оставила сейчас вот на том противне, на котором я их вялила, то они просто приклеятся, потому что во время вяления они выпустили свою жидкость. Поэтому смотрите, какая красота. Вот это у меня еще есть один такой же разнос, поэтому я сверху выложу быстрее всего пергаментную бумагу, сделаю второй слой. Если это буду делать, я сейчас вам покажу. Так, теперь я высылаю вот так вот тоже под пергаментную бумагу, чисто чтобы немножечко прикрыть наши томатики. И сверху выкладываю вот таких два листа. Это у меня разделочные доски. Вот то же самое, сейчас застелю их бумагой пергаментной. И сверху выложу еще одни томаты, потому что с местом у меня уже проблема большая, поэтому надо место каким-то образом экономить, находить. Ну вот я вот таким вот образом его нашла. И два рядочка, они прекрасно у меня заморозятся до завтрашнего утра. И я их потом просто элементарно пересыплю в какой-нибудь мешочек, либо в какой-нибудь баркетик. Что найду, туда и поселю. Вот, так что, пожалуйста, если вам это интересно, если идея понравилась, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите, что вы об этом думаете. И будем дружить, потому что у меня всегда много каких-нибудь интересных идей. И я люблю этими идеями делиться, люблю спросить, делаете ли вы так тоже или нет. Поэтому, пожалуйста, жду ваших комментариев, что вы об этом думаете и делаете ли вы так. И я вот сейчас, вот когда сюда помидорки эти все выложу, я еще сверху прикрою тоже пищевой этой вот бумагой. Конечно, расход бумаги большой, но послушайте, по-другому никак не сделаешь, потому что они просто склеятся. Вот, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь моими наработками по жизни. Смотрите, видите, как идут хорошо, просторно. Вот, поэтому будем зимой потом балдеть и вспоминать, как мы мучились, когда мы их резали, сначала собирали, потом мыли, потом резали, потом вялили. Потом надо было их заморозить. Боже мой, а как же это быстро съедается, и как же это вкусно. И, конечно же, зимой это большая находка, когда в магазине помидоры никакие, и еще причем дорогие. И уже, конечно, такой вот роскоши, чтобы себе навялить в удовольствие томатика, сколько хочешь, уже, конечно, зимой ее нет. Ну вот, мои друзья, все, я сейчас прикрою сверху бумагой, и я закончила. И все это пойдет вот в эту вот камеру, на которой стоят мои помидорки. Ну вот такой у нас. У нас такая камера морозильная. И как вы видите, она уже достаточно вся забита. Поэтому я уже пытаюсь вот каким-то образом это все заложить, так чтобы уже мне тут не рассыпалось. Вот оно только-только, смотрите. Ой, там ничего не видно. Вот, смотрите, все, вот видите, я вот так вот прикрыла. Оно завтра все уже будет готово. Я пересыплю потом в мешочки, и все, с помидорами в этом году больше я их не буду замораживать. И вот в таких пакетах, вот таким образом я готовлю томатный соус. То же самое разливаю по вот дозам, и потом, когда я размораживаю, мы вот размораживаем только вот такой вот брикетик. Потому что если уже однажды разморожено, то это уже навсегда.
А здесь у меня вяленые томаты. И я их сейчас буду не как обычно, вот мы делаем, да, многие делают, заливать оливковым маслом там, в баночках стерилизовать и хранить в холодильнике. Я их сейчас заморожу, вот так вот по одному, и потом все слаживаю я в мешочки или в какие-то там баночки, которые выдерживают морозильную камеру. И потом я их достаю вот такими вот кусочками, и мы делаем, я там делаю рыбку, мясо с ним, его можно потом порезать в салат, он в салате потом не расползется, вот этот вот томат. А если вы заморозите просто свежий салат, этот томат, то, конечно, он в салат уже не пойдет. Так что вот тоже очень хорошая такая шпаргалочка. Ну, а это моя тоже камера, которую я освобождаю специально для заморозок. То есть здесь, вот видите, у меня эти вот томатные перцы заморожены, вот эти мои томатные перцы, боже мой, томаты вот эти перцевидные заморожены вот такими кусочками, они тоже завяленные. Вот, и у меня здесь еще стоит инжир на заморозке, тоже я из него буду делать конфитюр, просто когда мы собирали, у меня не было сахара, поэтому мы быстренько заморозили, я на днях сделаю конфитюрчика с ромом. Ну вот, на сегодня все. На сегодня все по заморозке. Подписывайтесь на канал, не забудьте. Напишите мне, пожалуйста, комментарий. Друзья мои, делюсь, как я в этом году заготовила базилик на зиму. Но это только начало. Посмотрите, о, я его срезала, вот так я обрезала цветочки. Вот, и прям вот этими вот, как бы, соцветиями я их положила в морозильную камеру. Они у меня там замерзли. Снимаю очень быстро, потому что они сейчас будут размораживаться. Когда ты вот берешь листочек, он превращается просто в свежий, посмотрите. Запах. Запах стоит на всю комнату. Вот, поэтому не обязательно его резать, не обязательно его там сушить. Сухой он теряет качество. Запаха я имею в виду. А вот так будет прекрасно. Сейчас я его закрываю. И быстренько-быстренько в морозильную камеру. Точно так же достаем, берем, что нужно, закрываем. Так что делись опытом. Инжир сегодня собирали. Инжира совсем мало. Ветер оббивает всю, но вы чуть не собирали вот маленький лоточек. А у меня на ужин сегодня блинчики. И вот я их буду есть вот так вот наглым образом с инжиром. Ой же, как вкусно. И вот такая вот у меня крашеная. Посмотрите, новая чашечка с чаем у меня. Захотелось блинов. Так, девочки, что видим? Расскажите мне, что вы видите на этом снимке. Вот такой блинчик у меня получился. Друзья мои, для тех, кто вчера следил в прямом эфире, как я готовлю рататуй для последующей заморозки, показываю. Вот он, рататуйчик, который простоял ночь, который впитал в себя абсолютно все соки, поделился своими вкусами друг с дружкой, все мои овощи любимые там переженились. И теперь я, посмотрите, я вам говорила, что я буду выкладывать. У меня вот такие вот формочки замечательные. Когда-то однажды я купила в них продукты, то есть были готовые там, даже не помню, что там было, креветки, не креветки, в каком-то там соусе. И эти вот баночки я сохранила. И вот теперь смотрите, вот так вот буквально по 3 ложечки я накладываю, закрываю крышечкой. Можно красненькое, можно коричневое, как хотим. Вот, и вот это я все еще закрою пищевой пленочкой, чтобы, ну, чтобы не разваливать. К сожалению, крышечка не закрывается плотно. И вы знаете, с пленкой даже еще лучше. Почему? Потому что не будет попадать лишняя влага в наши горшочки. Поэтому я вот сейчас я приготовила 6 горшочков. Вот, по 3 ложечки буквально, потому что вот это вот, когда размораживается, я в духовочку я обычно в горячую ставлю, ни в коем либо размораживаем своим ходом и кушаем холодный, вот, либо ставим в духовочку, там, где у нас там, допустим, рыбка или мясо готовится на обед, оно за это время размораживается своим ходом. Тихонечко. Рататуй хорош как в холодном виде, так и в горячем. Скажу честно, что вот который рататуй сегодняшний, да, после вчерашней готовки, я люблю больше холодный. С черным хлебушком. На хлебушек капнуть несколько капелек орехового масла.
Вот. А тот рататуй, который у меня вот будет заморозки, я предпочитаю, чтобы он разогрелся в духовке и кушать его теплым. Вот не знаю, но вот у меня такие вот предпочтения, хотя, в принципе, его можно разморозить и кушать холодным точно так же, но я предпочитаю тепленький после разморозки. Он такой мне напоминает такой, знаете, вот как будто я его только что приготовила. Зима на улице, да, а я тут ем такой свежий рататуй. Вот, для скептиков, таких как Моника, я хочу сказать, вот она вчера спрашивала, зачем ты выпариваешь весь сок? Ну, во-первых, девочки, выпариваем для того, чтобы овощи приготовились в нем, как бы мы ни крутили, да? И второе, вот я говорила, что вот когда я его таким образом готовлю овощи и лишний томатный сок от помидоров, он выпаривается. Видите, он такой становится вот не мокрый, а такой вот обычный, такая вот. Это можно же назвать и нашей коркой баклажановой. Ну, то, кто любит кусочками. И видите, в нем нет лишней жидкости, поэтому я его спокойно замораживаю. И он при разморозке, он не дает вот этой вот лишней воды, скажем так. Поэтому вот это все, что у меня осталось, я переложу сейчас в отдельную посуду. Это мы с мужем будем кушать сейчас на обед, если останется, то и на ужин. Ну вот, посмотрите, что нам осталось. Это мы скушаем сегодня в обед. И я сегодня же приготовлю еще один вок с рататуем. Даже не сюда, у меня сколько? У меня там осталось еще, по-моему, 3 или 4 горшочка вот таких. Даже не на заморозку, этого достаточно. Ну вот, до 10 дойдем, и этого достаточно нам с мужем на зиму, потому что в любом случае у нас есть всегда свежие овощи в магазине. Если вдруг захочется, можно приготовить. Но мне никогда не хочется готовить из рататуй, из овощей, которые я потом буду покупать в магазине, потому что, во-первых, баклажаны, перцы и кабачки зимой у нас достаточно. Видите, все. Все, крышечка уже не будет двигаться, и лишняя влага не зайдет в наш горшочек. Это тоже вот такой небольшой акстюз. Даже если у вас есть какие-то горшочки, которые закрываются, и крышечка не двигается, все равно вот так вот сверху я вам советую закрыть пространство и возможность попадания в наш рататуй, ну вообще во все на свете, чтобы мы не клали в порционные горшочки. Видите, прекрасно. И крышечка будет на месте, и лишняя влага не зайдет. Так что, друзья мои, готовимся к суровой зиме. Девчонки, смотрите, что я делаю. Я протираю вот такие вот маленькие желто-зеленые помидорки. Вот таких вот две маленьких помидорочки я просто разрезала пополам. И протираю, и я сейчас буду делать маску. А в чашечке у меня как бы, сейчас я вам покажу, что у меня там. Так. А у меня здесь, девчонки, 20 граммов размороженных дрожжей. У меня были свежие дрожжи. И я их замораживала, потому что, ну, не было мне необходимости их держать в холодильнике. Вы знаете, что свежие дрожжи в холодильнике тоже очень быстро пропадают, либо засыхают. Вот я сейчас добавлю сюда немножечко витамина Е. И сейчас я сделаю вот из этого, сделаю маску. Я сейчас пойду посмотрю, мне кажется, она очень жидкая. Может быть, я добавлю немножечко глины для стяжечки. Сейчас посмотрим. Но уже вот эта вот как бы композиция, она очень-очень хороша для кожи. Сейчас будем делать вместе. Ну вот, девчонки, я вычистила лицо. Я вот в эту масочку с дрожжи и помидорчик желто-зеленый добавила ложечку, такую добрую ложечку белой глины, каолин. Белая глина – это каолин. Вот, и сейчас я делаю маску, держать я ее буду минут 15, может быть 20, в зависимости по своим ощущениям. Вот вы все понимаете, что фруктовые кислоты могут немножечко пощипывать. Поэтому, если уж будет очень сильно кому-то щипать, идите смывайте. А если можете потерпеть, то потерпите.
Поэтому, смотрите, первый слой наносим сюда тоненько, да, чтобы оно чуть-чуть даем ему прихватиться. И потом еще нанесем пару слоев. Хорошенечко наши морщиночки. Маска будет, сразу вам говорю, будет очень эффективная. Поэтому я думаю, девчонки, что можно и просто с красной помидоркой сделать. Мне кажется, ничего она не закрасит нашу кожу. Ну, если у вас есть такая зелено-красная, то лучше зелено-красный. Ну вот, продолжаем наносить. Вот, девчонки, послушайте, я нанесла уже 3 слоя маски. Я думаю, этого будет достаточно. Она достаточно жидкая, поэтому, ну, 6 слоев мне не нужно. Я, вы знаете, смотрите там, сколько там, ровно половина остается. Я ее сейчас перелью в мою баночку из-под крема. Поставлю в холодильник и завтра вечером еще раз сделаю. Мне абсолютно ничего не сделается до завтрашнего дня в холодильник. И я уже так в том году делала. А 2 дня подряд это будет круто. Вот она такая, вы знаете, так пощипывает. Она, конечно, конкретно. Мне кажется, будет очень хороший эффект. Я вон там и на шею чуть-чуть нанесла, видите? Так, и все, что касается дрожжей и глины, вы знаете, что нам нельзя, чтобы маска очень сильно пересыхала, иначе она будет нам стягивать кожу сильно, и это будет еще хуже. Поэтому не даем ей пересыхать. Видите, она так тут вроде бы как и не очень сильно сохнет. Ну все, моя хорошая. Пошла я прилягу и на глаза положу диски с цветочной водой из василька. Я немножечко такая уставшая сегодня чуть-чуть. Достаточно. Так вот я стою и думаю, нужно ли мне наносить вот эту вот базу, может быть, я нанесу эту базу все-таки, чтобы лицо не пересыхало. Все-таки да, нанесу. Уже хотела не наносить, ленюсь. Но потом думаю, сейчас же глаза закрою, могу приснуть. А с этим уже я точно не засохну. Боже мой, страшилочка. Ну ничего, нечего заранее говорить. Так, правда же, сейчас посмотрим, что там будет. Так, ну все, девчонки, я пошла полежу. Девчонки, прошло 15 минут. Я этот раз не одевала силиконовую масочку. Опля. Глаза мои немножечко отдохнули. Слушайте, сейчас я это все смою теплой водичкой и покажу вам результат. Девчонки, я вам констатирую, что результат обалденный. Кожа такая, как будто вот я вообще вот только вот сегодня утром родилась. Не, ну честно, без этого. Сейчас я вот такой розовой водичкой холодной протру, нанесу свои уходовые средства. Слушайте, завтра сделаю второй раз, наверное, вообще еще лучше будет. Ой, как здорово! Девчонки, обязательно сделайте вот с этой помидоркой, такой зеленоватенькой, полуспелой, да? Либо желтую помидорку какую-то возьмите. Девчонки, ну, я не знаю, надо мне самой попробовать с красной помидорой. Я не знаю, я уже не помню, где я это видела, что лучше.
зеленоватой помидоркой, типа что красная, если очень спелая, может закрасить лицо. Вот, поэтому, ой, нос красный, довольный такой, слушайте. Я он немножко простыла, ну ладно. Ну вот, смотрите, о, ну мне кажется, смотрите, вот, вы знаете, девочки, что я хочу вам сказать? Конечно же, никакие маски нас не избавят от морщин, но то, что это наполняет наши морщинки, и лицо кажется намного свежее, эти маски, конечно, они не длительного действия, но если их пескать, как говорится, через день, каждый день уж не знаю, кто выдержит, но хотя бы через день, все равно в любом случае ваша кожа хотя бы будет светлая, чистая, и это будет видно другим людям. Особенно, которые вас давно не видели, вам скажут обязательно, что вы похорошели. Все, мои сладкие. Значит, я нанесла свое маслице, я полностью со сквалином. Теперь немножечко сывороточки от Пьеррико. Так, о, какая молодец. Я сегодня пойду пораньше спать, потому что я очень сильно устала. И это сказывается уже даже на моем лице. Так, это у меня тоже кремик под глаза от Пьера Рико. Одно и то же линия, коллажен 3D. Это новая линия. Рекомендую. Так, немножечко много. Оп, на губке. Опла. Немножко кремика, но у вас, слушайте, лицо очень довольное. Посмотрим завтра утром результат. Завтра специально вам покажу еще до умывания утром. Я завтра буду рано вставать, мы поедем по делам. Поэтому посмотрим, как себя кожа за ночь поведет. И повезет она, ну а чего из себя плохо вести, правда же? Любите себя, будьте красивыми, ваша провансалочка. Пока-пока. Смотрите на эту красавицу, посмотрите, какая у нас девочка. Вот ты какая звездулечка. А давай, давай, давай. Я подумала, как она. Ози! Наташка, только твою руку вижу. Ты Дальше. моя сладкая. Красавица. Покажите нам платье, покажите нам платье. Бантик покажите. Ой, какой у нас бантик. Кошка бедная. Мы можем даже его обратно одеть. Вот роба Порфия. Смотрите, смотрите, что творим с кошкой. Смотрите, платье одеваем. Пози. Ты моя, ты красавица. Боже мой. Сейчас. Наташа, ну не мучай кошку. Ну, я ж не мучаю. Мы просто его перекрываем. Вот А, так. мы просто его перекручиваем. Да, перекручиваем. Все, ну ей уже надоело. Ты ничего ей Да не лучше надоело. шляпу. Шляпу нужно оденем. Подожди. Давайте шляпу оденем. Наш бантик, чтобы был. Ай! Но здесь оно не так будет. Надо все прелести закрыть. Моя девочка. Красавица, боже, какая она здоровская. Ай, посмотрите на нее. Ах, ты моя звезда. Боже мой, какая ты.